Всем привет! Это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор новой серии Kinder Surprise на Toons. Откроем с вами 15 сюрпризов и посмотрим, какой зоопарк соберется на этот раз. Будет интересно, так что скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! Я не помню, какая по счету эта серия, но в этой серии они везде изобразили енотиков. Вот такие вот. Лапка куда-то тянется он. И более 30 игрушек в серии, представляете? Сложновато будет ее собрать. И яички 13.01.23 года, свеженькие совсем. Вообще беззвучные. У меня закрадываются сомнения, что это может быть какая-то повторная коллекция. Не знаю, их соединили вместе. Так, кто это? Куала. Ну, была такая куала. И тот же самый вкладыш. Так, так, так. Меня это наводит на мысль, что это не новая коллекция получается. Ну, либо какие-то новые игрушки еще добавили. Получилась вот такая куала. У нее поворачивается голова, сидит она на такой коряге. Это куала из предыдущей коллекции. Но получается, она и в этой коллекции есть. В общем, я совсем запуталась. Через приложение PlayDo можно оживить животное. Я, честно говоря, переживаю за то, что это просто переиздание в другой обложке. А коллекция будет такая же. Теплится надежда, что все-таки тут более 30 игрушек в этой коллекции. Может, все-таки будут новенькие. Тоже беззвучная. Та же птичка. Попугай нам попалась. Да. Вот такой попугайчик здесь получился. Тоже он на веточке сидит. И когда ему на спинку нажимаешь, он поднимает, опускает крылышки. Качество игрушки мне не очень тут нравится, как глазки сделали. Так, конечно, он в целом игрушка неплохого качества. Все-таки я надеюсь, что здесь в коллекции более 30 игрушек, и тут будут и новые какие-то зверята нам попадутся. Ну или хотя бы попадутся те, кто не попался нам в прошлой коллекции. Да, дочь? Да. Открывай. Сейчас как Даша как возьмет, как выловит сразу новую зверушку. Так. Так. Вот оно. Вот так вот, да, дочь? Сразу открыла. Опа, и новое. Вот такой тут олень. Слушайте, да шикарный прям олень. Вот так вот с обратной стороны выглядит вкладыш. Вот такой олень получился с шикарными рогами. И у него подвижная голова. И тут еще, гляньте, у него даже белесость такая, как белое пятнышко. Ну, классненький, мне прям по качеству очень нравится игрушка. Здорово, новый. Ну, значит, еще не все потеряно. Давай, Даш, новенькую, новенькую. Так. Что-то там прям... О, олененок. А нам такой попадался, я не помню. По-моему, да, 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 да. Он не очень хорошего качества, насколько мне помнится. Вот так выглядит олененок. Вот такой олененок получился. Здесь мне не очень нравится, как у него мордочка прокрашена. Просто как краской две точки поставили и носик нарисовали. В общем, упрощенная такая игрушка. Здесь тоже так нелепо ему пятнышки нарисовали. Но он тоже может ножкой горцевать. Давайте сюда поставим. Следующее. Тоже беззвучное яйцо. Да, жарко так.
Шоколад тает на глазах. Обезьянка. Это новенькая. Ты видишь, она новенькая. Новенькая, со старенькими дырками. Такая обезьянка. Получилась вот такая обезьянка на коряге. Можно ее на корягу посадить или за хвостик вот так повесить. Ну, в принципе, неплохого качества. Жалко, что у нас такая уже есть, и не одна. Давай дальше. Открывай. Так. Что это? Черепашка нам попалась. Черепашка, да. Ну, тоже в такой коллекции. У нас, по-моему, такая была, да? Да. Получилась вот такая вот черепашка. Очень милая, детализированная. Мне она очень нравится, как игрушка. Жалко, что она из предыдущей серии. Я все больше и больше сомневаюсь. Я вот просто не помню, олень был в той коллекции или нет. Или все-таки это новая игрушка. Кто знает, напишите обязательно в комментариях. Дальше. Кто же здесь? Конечно, я так Лисичка! Так, лисички у нас точно не было. И, скорее всего, это новая игрушка. Круто! Получилась вот такая вот лисичка. Глазки ей прорисовали, и грудку, и шерстку сделали пушистую. Зима же все-таки. И она хвостиком умеет вилять. Как собачка. Лиса же к собачьим относится. Мне нравится. Давай дальше. Я немножко воспряла духом, как только новая игрушка появилась. Еще не все потеряно. Ну, конечно, честно говоря, кто предыдущую коллекцию собирал, и вот так вот натыкаться на повторки, что-то как-то задумка не очень, от слова совсем. Так-так-так. Кто-то тут нам попался. Новый. Да фигушки. Вот такое вот у нас животное получилось из семейства кошачьих. Мускулистое. Я, честно, не могу понять, кто это. Кто знает, напишите обязательно в комментариях, потому что я прям, честно, в тупике. Как-то хвост у нее вместе с ногой сливается. Она вот так вот может двигаться немножко. У нее голова вниз опущена. Видите, она крадется. Видимо, на кого-то охотится. Мордочку неплохо ей прокрасили. Глазки желтенькие сделали. Давай дальше. Хоть бы новое. По-моему, в предыдущей коллекции было 18 игрушек, насколько мне помнится. Значит, если более 30, ну, наверное, приблизительно столько и новых игрушек должно быть в этой коллекции. О, повторка, черепашка нам еще одна попалась. Дальше. Я в сомнениях, в общем, нахожусь, стоит дальше собирать эту серию или нет, но... Честно. О, доча! Наконец-то! Она нам в прошлый раз так и не попалась. И вот мы ее выловили. Вот такая вот пестрая рыбка получилась, как будто бы она губки уточкой сделала. Глазки ей такие выпуклые сделали. В водорослях она притаилась. Мне нравится она тоже. Прикольно. Здесь, знаете, получается, если только прям вот брать и заново коллекцию, получается, собирать. Как-то так. И быть готовым к куче повторок. Фламинго тоже 125-й в нашем случае. Получился вот такой розовый фламинго. Стоит он в водичке на одной ножке.
другую лапку он поднял. Неплохого качества. Розовый фламинго, дитё заката. Дальше. Ну, пожалуйста, ну попадись нам, новая игрушка. Так, нет. Это лев. Вот такой. Получился вот такой однотонный лев. Только ему глазки, точечки поставили, носик. С пастью немножко разрисовали. А так он в один цвет. И он умеет шевелить головой немножко вот так вот. Он мне из всех игрушек менее всего нравился. Осталось у нас 3 яичка. Открывай. Там беззвучно. И сразу еще один лев нам попался. Предпоследнее. Тоже из предыдущей, но сейчас это новенький дельфин розовый. Такой. Вот такой вот розовый дельфинчик получился. Простенький он, конечно, но похож на себя, на фонтанчике с водой. Костик умеет вверх-вниз поднимать. И последнее на сегодня яичко давай откроем. Может, все-таки здесь повезет, попадется новая игрушка. Раздербанила весь шоколад. Так, и нет, нам коняшка попалась. Ну, коняшка классная. Вот такой конь получился. Он умеет на дыбы становиться. Классненький. Белое пятнышко на мордочке. Нравится мне эта фигурка. Жалко, что повторка. Стоит, стоит. Вот что нам сегодня попалось. По факту попались всего 4 новые игрушки и 2, возможно, из новой серии. Я немного расстроена. Но ничего, зато вы теперь будете знать, покупать их или нет. Если понравилось это видео, поддержите нас лайком и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения! Пока-пока!